которые у нас, в принципе, были реальные, сейчас забываю слово, гимназии, простите, пожалуйста, реальные гимназии, а вот тут стала необходимость вопроса о реальном училище. Почему было именно так? В гимназиях была своя форма обучения, там преподавались древние языки, это латинский и греческий. Могли в каких-то гимназиях преподавать оба языка сразу, а могли просто один из языков преподавать. А вот в этих реальных училищах уже ставились совершенно другие задачи. К этому мы просто пришли с образовательной нашей учебной программой. С тем, чтобы учащиеся, которые получают тут свое образование в этих реальных училищах, они должны были бы вот эти вот знания, которые там получали, могли бы применить их непосредственно в жизни. То есть изучать физику, химию, историю, механику, коммерческие знания и так далее. Все это рисование, астрономия, биология, зоология, сельское хозяйство, все это должно было по их окончании, они должны были быть мужами, достойными своего отечества. И для того, чтобы в каждом из них пробуждалась вот эта любовь к отечеству и желание сделать больше для блага своей страны. То есть быть полезными. Вышли, и сразу они полезны. Не так, как помните в советское время. Забудьте, о чем вас учили в школе, вы поступили в институт. Забудьте, о чем вас учили в институте, вы поступили на производство. Конечно, этого не было. И вот такое вот, вот эти вот реальные гимназии, они просуществовали где-то до 60-х, 70-х годов, а в начале 80-х уже встала необходимость их как-то изменить, с тем, чтобы применить на практике. И в 1872 году Дмитрий Толстой, министр народного образования, просвещения народного, он поднял вот этот вопрос о преобразовании реальных гимназий в реальные училища. И государь-император поддержал его и написал, выделил 360 тысяч рублей, лично утвердил проект вот этих реальных училищ и утвердил штат этих училищ. То есть написал, чтобы все это было именно так и было, ну как, введено в жизнь, то есть чтобы оно реально реализовалось. Реальные училища, конечно, ставили перед собой очень интересную задачу быть полезными обществу и с тем, чтобы юношество знало, где себя можно было бы применить. В них изучались, я прочитаю предметы, я не все запомнила, закон Божий, русский язык и словесность, история, география, математика, физика, иностранные языки, естественная история, химия, рисование, черчение, механика, письмоводство и книговодство, коммерческие вычисления, бухгалтерия, землемерение и нивелировка, строительное искусство, химическая технология, моделирование и практические занятия в лаборатории. И это за 5 лет обучения. То есть вы видите, программа очень обширная.